Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы уже начнем прокачивать нашу... какую это? Четвертую, да, команду по счету. В предыдущей серии мы закончили прокачивать нашу третью команду. И сейчас уже выбрали четвертую команду. И сейчас, ребята, нам нужно начать ее уже прокачивать. Ладно, это вам и хрен... догоним, в принципе, можем, но ладно, пускай он летит. Я только сейчас заметил, у нас 52 уровень, это охренеть просто. Как-то, знаете, незаметно, когда там на острове стоишь и убиваешь столько покемонов, выигрываешь, да, точнее, столько уровней идет, что это сдуреть можно. Харе там гавкать за окном. Ребят, я извиняюсь, если слышно, просто собаки, что-то какая-то туса тут, походу, или что-то такое, ну ладно. Так. Куда бы нам, ребята, пойти? В принципе, летим мы, наверное, все-таки на остров, только вот сейчас ночь будет. Давайте, может, утра дождемся, то есть сейчас, когда темно будет, да, то пойдем поспим. Сейчас. Извиняюсь, ребята. Так, ну чё? Чё у нас вообще тут есть? Ага, это для... Твою мать, ребята! Ну, нет, не твою мать, ребята, но твою мать то, что я забыл. Я же только сейчас вспомнил, ребята. Наш рискованный Глум. То есть, мы же забыли его эволюционировать. Мы же его, ладно, мы его прокачали до 60 уровня, но мы забыли его прокачать. То есть, эволюционировать с помощью камня. Вот я что-то затупил. Как я мог забыть его эволюционировать? Да еще таки, еще... Еще сколько раз я говорил, что вот там у нас есть... Глум, которого мы эволюционируем с помощью вот того камня, да, то есть с помощью камня травяного камня, да, охренеть, как? То есть бил и сейчас то есть с помощью, да твою ж мать, чем даже не убьем его. Ладно. Ну да, в принципе, он 39 уровень, это до хрена. Еще так говорили, да, типа... И нужно его эволюционировать, нужно его... Этого прокачать с помощью травяного камня, а потом следующего Одиша мы прокачаем с помощью... вот другого камня, то есть с помощью... Солнечного, да, камня. А вот как мы, ребята, в принципе, забыли. Я забыл. Ну, ладно, давайте-ка мы сейчас быстренько прокачаем. Быстренько, то я что-то, ребят, вообще забыл, честно. Так, где вот наш рискованный Глум? Сейчас, сюда я смотрю. А, вот, да, побежали, быстренько его прокачаем. И возьмем обратно нашего, так, вот, офигеть, Глум, я и забыл, честно. Ну да ладно, сейчас зато эволюционируем. Так, давай. И полетели, ребята, мы дальше на остров, как можно быстрее прокачивать наших покемонов, чтобы не затягивать. То есть сейчас я уже понял, как еще быстрее прокачивать, не только с помощью Раркендия, а если поодиночке прокачивать, то это вообще еще намного быстрее будет. Виллиплум. Ну я не знаю, можно ли тебя уже рискованным Глумом называть, ты же уже не Глум, ты Виллиплюм. Ну, ладно, ставим его обратно, ребята. Так, ну, где... Вот, Сквиртл, да? Давайте подрыхнем, и побежали мы, ребята, дальше. Нам еще 17 убийств осталось, и, в принципе, потом мы уже можем даже себе сделать Молтреса. То есть мы уже даже сейчас себе сможем его сделать, мы уже можем купить алтарь, где-то его поставить, но пока что еще делать не будем, ребята, немного позже. Итак, знаете, что я решил, в принципе, как мне много людей писало, что... Сделай потом, как бы, отдельную команду покемонов, то есть только легендарных. Только легендарных покемонов, и чтобы прокачать их до максимального уровня. Но, в принципе, потом посмотрим, будем ли мы это делать или нет. Но я не вижу смысл. Ух, я даже не знаю, сможем ли мы тебя убить. Я не вижу смысла брать отдельного легендарного покемона в команду. Не, ну это, конечно, прикольно, то, что один легендарный в команде будет. Но можно, например, сделать, чтобы... Чтобы, например, вот эти, как его? Чтобы потом все легендарные были в одной команде. Ладно. Охренеть. Нифига себе.
3 ударов Риолу. Это что такое? Я такой смотрю на руки, ну, в смысле, руке это выглядит как меч какой-то. Смотри, ребята, не выглядит как меч, точно как меч. Я такой смотрю, ни хрена себе, откуда у меня меч в руке появился. А это кто? Дайте угадаю, Диглет? А Аарон? Ну ладно, это тоже. Так. В принципе, ребята, полетели мы... полетели мы на наш остров. Куда? Вот в ту сторону, да? На Тропиусе. Тоже такой прикольный покемон. Хорошо, что он вообще летает, потому что... У нас-то толком и летающих больше нету. Я не знаю, как мы сейчас... Вот сейчас в этой команде, ладно, Тропиус. В следующей команде, ладно, там у нас еще и Шайни Феру. А в следующей... Арчен может. Может. Я не знаю, походу он летает, да? А потом точно, ребята. А потом, знаете что? Потом нам нужно будет найти еще один фосил, чтобы... Даже если там не будет аэродактиля, то поменять его в магазине, в принципе, как мы это делали. Но это уже потом посмотрим, то еще на парочку команд нам так хватает, на одну, на две, ну на три, нет, на две вроде, еще хватает, поэтому потом мы, ребята, посмотрим. Пока давайте, так, это у нас там кто? Там это у нас тут матчоп. Ну давайте попробуем, хрен его знает, ребята, сможем ли мы его убить. Вот он. Давай ты Риолу, ты пока что... Нужно было ее вылечить. Давай ее мать. Да, в принципе, Тропиус тоже справится. Так, 3 алмазика, отлично. Так, это сюда. Дальше выставлю. Так, это сюда. Вылечим. И полетели дальше. Я не знаю, ребята, когда мы эволюционируем Иви. Ну, давайте приблизительно где-то на 40... Нет, 40... Хотя... Давайте где-то на 30-м, 30... Давайте 30-й, 40-й уровень. Где-то вот так. Нужно бы еще, знаете, что вспомнить, на каком это острове было. На каком-то офигенном, там, где куча покемонов было. Но я не помню где, потому что тут куча островов. Не на этом случайно, вроде на этом. Давайте мы туда как раз быстренько слетаем и посмотрим. Вдруг на этом. Потому что это как раз такой нормальный остров был. И, в принципе, не очень большой. И как раз там нормально так покемонов вспомнилось. А, да, вот. У нас же точно. У нас же метка там есть. Ну, как метка? Вот это. Так, сейчас давайте подлетим немного выше. На как... Вот. Вот этот остров. Ага. Я забыл, что я поставил вот то. Чтобы знать, где он. Сейчас мы, ребята, как раз туда полетим. Но вот сейчас хрен его знает, сможем ли мы там прокачиваться, так как, в принципе, сейчас у нас покемоны небольшие уровни. Ну, если по таким маленьким уровням, то есть сначала, если там будут 10-15 уровни, то можно где-то так прокачаться будет к 20 уровню, а потом уже попытаться и на больших, ни хрена себе, сколько там боссов. Но не будем мы спускаться, то есть давайте уже сюда. Это как... Это тот остров. Да, просто не видно вот этого. Вот смотри, просто тут охренеть сколько покемонов. И как раз нормально. Это наша такая, ребята, точка, знаете, точка прокачки. Вот, если вот так потихоньку прокачиваться сначала, то есть вот на таких 13 уровней, то мне кажется, как раз нормально будет. Главное прокачаться, действительно. Так. Действительно, не боль... сначала на таких 13 уровней, видите, даже за 13 уровней нормально так уровни дает. То есть, ну, конечно, нормально, у нас же сейчас маленькие уровни. Я не знаю, сможем ли мы убить Милтанка. Сейчас пос... А, нет, все-таки думаю, что нет. У него вот так... О, а вот Риол у нас сейчас, ребята, будет качать, будет нас выручать. Так, давайте тогда посмотрим, сможет ли Риол убить... Ну, фиг его знает. Тебя мы сможем Тепигом убить? В принципе, сможем, но ты нас быстрее убьешь, поэтому давайте-ка мы, ребята, так. Сейчас, дайте посмотреть. Да, вот Lucky Edge тут стоит, отлично. Отлично. Просто, чтобы первый покемон быстрее качался остальных, и потом вот это Lucky Edge...
перекладывать на другого покемона, чтобы и другой тоже быстрее качался, так как мы сейчас, в принципе, сделали с нашей вот этой последней командой, да, что не одним покемоном мы прокачиваем всю команду до 60 уровня, потому что это действительно получается очень долго. Например, пока, если так, ребята, взять, да, например, все покемоны там, ну фиг его знает, допустим, 15 уровня, пока мы прокачаем всю нашу команду хотя бы до 40 уровня, то первый покемон, который идет первый, которым мы нападаем, уже будет где-то 70 уровень. То есть он намного быстрее качается, чем вот эти все остальные. И поэтому мне кажется, что будем мы тоже так дальше прокачиваться. То есть сначала одного прокачаем, да? Когда он уже будет 60 уровень, второго прокачиваем, потом еще второго, потом еще второго. И так по одному будем прокачивать. Ладно. Ух, ребята, да мы его даже не убьем. Это зараза сильная, вроде 40 уровень, но... избежать сейчас никак нельзя, да? Да, ладно, лучше бы не нападал, но... сейчас буду знать, что нам еще реально очень рано. Так, ну давай-ка ты уже убивай. Иви. Это зараза. Ну ладно, так. Нет, 40-го нет, тогда вот на таких вообще даже смысла нету нападать. На 20-х, я не знаю, ну, в принципе, Риолу, конечно, убьет. Охренеть. Да, ну, в принципе, да, тоже так нормально. Так, ща. Вот это. Ух, ребята, уже Сквиртл эволюционирует, вообще охрененно. Первая эволюция в этой команде, ребята. Давай, Вартортл. Может, ты потянешь хотя бы тоже парочку так. А то ты пик еще более-менее... ну, не тянет так прям, но... так, давай. Так мы же уже изучили, что ты хочешь. Так, ладно. Вот, ребята, Вартортл. Ух, нихрена себе маленький. Ходишь. Так, вот мы выучили, да, вот это. Ух, вот сейчас уже даже и ты пик немного будет... получше. Может, какую-то атаку на него изучить? О, уже и ТП эволюционирует. Вообще охрененно. Давай. Мне кажется, Energy Ball мы изучим на Снайве, ребята. А Flame Throw, или как она там называется, мы сейчас изучим на Типига. Вроде даже у меня одна вот штука есть в рюкзаке. Сейчас как раз, ребята, посмотрим, есть ли в нашем рюкзаке. Ну, вообще отлично. Пигнайт. Ну, давайте вот так. Вот, ребята. Уже. Так, сейчас. А, я же все выложил. Твою мать. Ну да ладно, потом пойдем домой, вот это все возьмем. Ребят, нам еще 8... нужно выиграть 8 покемонов. Против 8. Ух, нет. А, зря я напал Риолу. Хотя, если сейчас не ударит... отлично. Так, вылечим. Только не говорите, что там опять залагало или что-то. Сейчас посмотрим, вылечились ли они все. Да. Так, давай. В принципе, я не видел, какие там уже уровни. Но вот Пигнайт против Краби как-то не очень. Вот, Риолу как раз нормально. Бластойз. Бластойз... Бластойза мы не убьем. Давай. Вот Риолу как раз против Краби вообще охрененно. Прокачивает. Так. Не, Бластойза мы не убьем. Ну пробуем. 40-й. Тот был 39-й, этот вообще 40-й. Охренеть. Они такие жирные, что сдуреть можно. Эх. Ладно, сейчас я уже не будем нападать, потому что это реально. Вот эти жирные такие, что сдуреть просто можно. Не, они слишком. Слишком, охренеть, ты еще и хилишься. О, вообще отлично. Вот изучим мы там Energy Ball и тогда... ладно. Ну давай быстренько, чтобы... ах, зараза, да? Так, ладно, давайте-ка мы дальше. Вообще на этих зараз нападать не будем. Они реально большие уровни.
Так, 45-й, нет. Вот глумы. Я не знаю. Какой 23-й. Давайте посмотрим, сможем ли мы убить. 23-го? Да, мне кажется, сможем. Да, отлично. Poison. Ну хрен его знает, если честно. Да. Так. Ах ты ж. А вот там где-то глумы еще побольше так уровнями были. Но. Ща. Но они там уже были такие 40-е уровни, поэтому, ребята, я не знаю. Да чё ты не прыгаешь-то? Во, офигеть. Так, ух, феролигатры там заспавнились. Вот он, глум. Твою мать, да куда ты кидаешь? О, нет, ну убежи. Ах, вот это жирная... Если он нас сейчас не лупанет, так, очень сильно. Ну да, если ты, конечно, еще хилиться будешь, то, конечно, мы тебя хрен убьем. Вот, отлично. Ух, ни хрена себе, сколько ему опыта дало. Так, че бы, вот так. Да, в принципе, давай. Так, ладно, ты тоже хочешь? Давай. Давай, еще раз. Отлично. Так. Какой уже? Пигнайт 23 уровень, ребята. Да они двое сражаются, я думаю. Чё? И один вроде не нападает, и другой. Ху, ну давай, пигнайт. Сейчас ты, по идее, где-то 23-м. О, снайпер эволюционирует. Отлично. Уже три эволюции за эту серию. Ну, в принципе, да. Это такие начальные уровни, то есть их... Как раз нормально так эволюционировать. Сейчас давайте посмотрим, какая уже разница. У нас ты пик был 10-м, в то время как остальные там были где-то 12-й, 13-й. Ну, в принципе, тоже где-то такие 9-й, 10-й, но были побольше по 13-му. А сейчас смотрите, уже пигнай 24-й, остальные 15-й, 17-й, 18-й, 23-й. То есть, ну, 23-й, как бы, сначала он был 21-м, а сейчас 23-й, то есть, вообще, не очень так уровни прокачалось ему. Это потому что, вот, мы только тыпигами качаемся. Ну, как бы, да, смотрите, да твою ж. Убьем. Вот, отлично. Так. Ну, в принципе, да, сейчас, ребята, нам только тыпигами качаться. Пока мы не прокачаемся как минимум... Пока мы не прокачаем тыпига как минимум к 30... Ну, к кембуару, мне так кажется. Тогда вообще нормально будет. Мне так кажется. Вот тебя не знаю, сможем ли мы убить. Да, сможем. Сможем. Ну, в принципе, ну да, если так посмотреть, у него же еще Lucky Edge есть. Поэтому вот он, еще и поэтому он так быстро качается. Смотри, сколько. Остальным идет по 200 опыта, а ему идет 800. То есть разница есть, да? Так, давайте Риолу. Риолу тоже нужно. Ни хрена себе. Тропиус, только не умирай. Во, нормально. И еще раз. Отлично. Так, вылечим. А все, у нас уже... О, ребят, у нас уже орб заполнился. То есть мы уже можем. Мы уже, ребята, можем себе Молтреса заспавнить. Но, наверное, все-таки мы орб сейчас отложим. Я не знаю, куда. Хрен, да пофиг, в принципе. Тот же сундук или... в это... Как его? Или в рюкзак. И пойдем, ребята, наверное, уже другой орб прокачивать, мне так кажется. Ладно. То есть другой орб нам тоже нужно про... Да, ща. Другой орб нам тоже нужно прокачивать. То есть, ладно, один мы прокачали, сейчас можно другой. Два, да ты чё, прикалываешься? Ладно, на таких больших еще не очень так нападать. Какой он там, 35-й уровень? 39-й. Сначала давайте как раз вот на таких 20-х еще немного покачаемся, а то я вижу, что
не очень, то есть мы еще сможем их убивать. А вот на таких как раз нормально. То есть пару уровней мы еще сможем прокачать. Типигу вообще охрененно... не Типигу, а Пигнайт вообще охрененно уровни идут. То есть он уже 26-й как раз так нормально. Даже на таких 11-х уровней можно прокачаться. У него же Лакетч и, в принципе, у него нормально опыт идет. Вот на 29-м вообще охрененно. Сейчас ему, если нормально... А, вообще... Ну да, вроде уровень ему даже дал с одного покемона. И как раз это, в принципе, ребята, нормально. Вот, 20-го сейчас убьем. Давай-ка ты иди сюда. Так, как раз смотрю, есть ли он у нас или нет. Есть, отлично. Так, тебя тоже можно. Отлично. О, давайте-ка мы вот это изучим. Во, сейчас тоже нормально уже будет. 28 уровень, ребята. Он уже 28 уровень. Сейчас мы посмотрим, сможем ли мы Гипно убить. Мне кажется, мы его уже... Да, мы уже смогли его убить. Вообще охрененно, ребята. Все, смотрите, потихоньку мы уже даже сможем их убивать. Так, давайте еще вот этого 29-го убьем. Как раз, мы уже их сможем, ребята, убивать. Говорю, сейчас мы, наверное, убил твою. Сейчас мы, ребята, пойдем домой и там изучим парочку атак. Тому же Сервайну, Пигнайту. Мне кажется, вообще нормально будет. Сможем ли мы Гипно убить? А сможем. Мне так кажется. Так, давай Риолу. Ух, давай Тропиус. И еще раз. Отлично. Так, знаете что? Сейчас, давайте. Да. Ну, вот, отлично. Знаете что, ребята, еще? Сейчас хочу посмотреть. Так, отлично. Сколько тут у Риола уже? Один. Ни хрена себе, чё так? Так, давайте тогда, знаете что? Мы ее выпустим. То есть, пока она будет гулять, да? Ей же тоже опыт. Не опыт, а вот части будет идти. Так. И так она будет, в принципе, и набираться, да, у нее. А вот, вот этого, я не знаю, сможем мы... Ай, да не... Вот так. Сможем ли мы убить... А, сможем, конечно, сможем. Наш Пигнайт уже потихоньку решает. Ну, в принципе, он уже, ребята, 30 уровень. Мы ему 20 уровней за серию прокачали. Остальные мы прокачали приблизительно по 10 уровней. Кроме Риолу, конечно. Чё, этих мы уже сможем убивать? А, сейчас выключу дождь. Он шумит. Ух, 32-го. Сейчас посмотрим. Не знаю. Ну, по идее, если он сейчас как нас не хренакнет с одного удара, то может и убьем. Конечно, очень медленно, если честно. Очень медленно. А, ну да, вот эти такие жирные, что это вообще сдуреть можно. Во, Тропиус, как раз ты нормально. Так, давай. Так, чтобы не шумело просто. Так, вот ты. Тебя нет, давай. Риолу. Ух, ни хрена себе нет. Вот на 30 уровне, наверное... Нет, ребята, на 30 уровне мы, наверное, еще даже нападать не будем. А то реально, они, ну, в принципе, такие. Вот Персиана, может, и убьем. Может. Да. Говорю, на 30-х не нападать. Хотя нет, Персиана мы убьем. Ладно. Нет, мы Персиана не убьем. Нет, мы Персиана не... Да твою ж мать. Думал наоборот. Знаете, когда говорю, что убьем, то не убиваем. А когда говорю, что не убьем, тогда убиваем. Ладно, ты зараза. Нет,
вот это реально еще быстро. То есть, ладно, Пигнайт уже 30 уровень у нас, но это все же быстро еще. Его, говорю, как минимум нужно к 40-му прокачать. После этого, ребята, мы уже сможем уже нападать и на таких больших. Ему сейчас, в принципе, нормальный опыт идет, даже за таких 20-х уровней. Поэтому, мне кажется, раз за них нормальный опыт идет, почему бы на них и не покачаться. А, да ты что, прикалываешься? Ладно, давай. Так, вот тебя мы убьем 100%. Только не Пигнайтом, а Ореолу. Хотя хрен его знает, ты тоже уже большой уровень. Ну, если ты нас не ударишь, то может и убьем. Так, Тропиус, давай сейчас ты. Вот, отлично. Так. Так. Киви 19. Ладно, не нужно, в принципе. Сейчас кто тут еще есть? Вот даже на тех же милтанках, ребята, можно прокачаться. Немного за них опыта идет, но все же. Так. Я не знаю, давайте вот так. Тебя у нас тоже, в принципе, нету. Я не знаю, может попытаться словить. О, как раз нормально. Как раз нормально так ударил, как рискованный Глум, ребята. Давай, отлично. Еще один новый покемон. Так, кто тут у нас? Крабби. Ну вот Крабби как раз против Крабби нормально Риолу. Да, вот. Отлично. Так, давайте тогда ее опять выпустим. Ноль? Да было же один. Как вообще ноль стало? Вот это я не догоняю. Было один, стало ноль. Ну, да, в принципе, да, вот нормально одета на ней вот это все. Ну ладно, побегай, посмотрим, сколько ты наберешь до конца серии. Хотя, да нет, ты что-то как-то не очень напал, тебя мы 100% не убьем. Давай. Вот, тебя мы убьем. Ну, да, даже Иви тебя убьет. Ладно. Иви тебя не убьет. Вот Тропиус убьет. Отлично. Так, кто тут еще есть? Пигнайт 31. Нормально. Еще так уровней 5 может. Или, ну, хотя бы, говорю, да. До Эмбуара. И, в принципе, тогда, мне кажется, уже нормально будет. Давайте попробуем. Может, мы даже электробазу убьем? Убьем! Отлично. Так. Сейчас. Пиджот, давай. Тебя. Так, нормально. Кто тут у нас? О, милтанков сейчас поубиваем быстренько. Тоже немного опыта идет, но все же. Поубивать можно. Фух, так, ладно, давай еще тебя убьем, и, наверное, ребята, мы уже возвращаемся домой. Идем возьмем под... Ну, не знаю, сейчас ли мы прокачаем, но... В самом смысле, в самой сути, что возьмем там парочку темок и прокачаем. Как раз нормально, мне кажется, будет. Прокачаем, и тогда вообще уже, мне кажется, нормально прокачиваться будем. Потом те темки даже можно добавить в тот же, сделать отдельный магазин, чтобы еще быстрее прокачиваться, чтобы и можно было и покупать темки. Так. Нормально, ребята. Эмбар 32 уровень. Вот тебя мы убьем. Так, ладно, сейчас. И идем мы, ребята, все-таки сейчас уже домой. 33 уровень. Ну, уровни ему действительно летят просто. За одну серию мы ему прокачали охренеть как много. 23 уровня. Это, в принципе, нормально. И в том суть, что он еще, можно сказать, много раз так умирал. Так. Ну чё, сколько там у тебя? О, 12. Ну, тогда Риолу будешь ты у нас тут гулять по пляжу. Пока мы будем прокачиваться.
Дивот, я не знаю. Да нет, ребята, давайте-ка мы уже домой топаем. Да вот, Ратикейта еще. Ну, хотя не Ратикейта, может еще кого-то убьем. Хотя нет, все, у нас же Йор прокачанный, нам, в принципе, сейчас даже больше никого убивать не нужно. Ну вот смотрите, Пигнайту охренеть сколько опыта идет. Остальным по 300, ему 1200. Нет, нет. Ну ладно, ты небольшой такой уровень, поэтому пофиг. Так, кто тут еще у нас есть? 20-й. Давайте ему уже уровень прокачаем, еще один. То есть вот этот докачаем, там вроде немного осталось, поэтому мне кажется... С кем ты в бою вообще? А, вот. Вот за этого даже нам уже, ребята, уровень сейчас даст. 34-й. Потом сколько ему еще? Два уровня прокачать или сколько? А, нет, не дала. Ну ладно. Тогда еще давайте одного. Кто там? О, вот тебя как... О, не, Волторба лучше. Так. Это Волторба уже до 100%. 34-й. Да, отлично. Вот тебя еще давайте. Ты как раз такой небольшой, и тебя можно легко, мне кажется, убить. Так. Тебя еще тоже можно. Вот тут, ребята, смотрите, тут действительно офигенно, так как тут не спавнятся только морские покемоны, то есть тот же Крабби, тот же Сквиртл и остальные. Тут также спавнятся вот эти покемоны с равнины. Ладно. Этого босса мы не потянем, хоть это и Вартортл, небольшой уровень, можно сказать, но все же его мы не потянем. Не, ладно, и валить, да, не сможем. Свалить, точнее. Ох, ну ладно, тогда пускай добивает. Хоть и небольшой уровень, но все же 40-й. Электрического покемона у нас нету, так как мы будем эволюционировать Иви. А пока еще, мне кажется, рано. Где-то, я говорю, на 35-м мы его прокачаем. Оу. Точно, Сивайн же, Сирвайн, но... Она небольшой уровень. Если Иви убьет, это вообще охрененно будет. Отлично, ну, хотя бы Иви кучу опыта дала. О, так, давайте тогда вот так. Охренеть, вот ты вообще прям... И ты тоже нормально так напал, да? Иви какой? 25 уровень. Отлично. Так, давайте это выкинем, что мы тут понадобывали. Это тоже. Это тоже. Это пускай будет. Ладно. Давайте, ребята, домой. И у нас в самих, ребята, 56 уровень. Но смотрите, ребята, нормально мы так уже команду прокачали. 34, 25, 23, 24, 26, 30. В принципе, ребята, нормально. Давайте уже на этом закончим эту серию. Не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.